Кроссовер Cherry Tiggo 4 вышел на российский рынок в августе, а в октябре обзавелся новой максимальной комплектацией Cosmo. Изменился дизайн центральной консоли, вместо двух подушек безопасности установлено 6. Наконец, добавлен электронный стояночный тормоз Auto Hold и дефлекторы вентиляции для задних пассажиров. Но самая интересная обновка — это двигатель. До сих пор Tiggo 4 у нас продавался только с 2-литровым атмосферником, 5-ступенчатой механикой или вариатором. В новой версии Cosmo 1,5-литровый турбомотор сочетается с роботом. Этот двигатель уже ставится на старший кроссовер Tiggo 7, но там доступен только с механической коробкой. А для Tiggo 4 сразу предложен 6-ступенчатый преселективный робот. К слову, коробку разработала GetRack. И этот же агрегат мы знаем, например, как PowerShift на автомобилях Ford. В ноябре Германия празднует 30-летие падения Берлинской стены. К памятной дате компания BMW выпустила короткометражный фильм, основанный на реальных событиях весны 1963 года. Главный герой картины «Маленький побег» — житель западного Берлина Клаус Гюнтер Якоби, владелец малолитражки «Изетта». Именно он соглашается помочь другу детства Манфреду Костеру преодолеть Берлинскую стену, чтобы сбежать из коммунистической половины города. Для этого Якоби удалил из своей «Изетты» воздушный фильтр, запасное колесо, отопитель и даже штатный бензобак. В недрах микрокара появилась ниша, где смог спрятаться человек. Побег удался. И в следующие полтора года таким же способом из ГДР были вывезены еще 8 человек.